Решили снять видеоролик про бетоношлифовалки, но, как оказалось, пылесос у нас просто из него пыль летит. В общем, суть какова. Часто бывает такое, что новый пылесос работает хорошо, потом со временем почему-то хуже. Вот мы сейчас разобрали Makita двухмоторную, вот такие там турбины стоят. Короче, что там оказалось? То есть помимо того, что пылище туда, она летит со временем, там в итоге на крыльчатке там полная, скажем так, жопа. Вот там куски прямо скоксовавшейся пыли получаются. И вот чтобы вот это вот все, то есть за счет этого, точнее, падает эффективность, то есть пропускная способность воздуха падает. Вот видите, если там вот эти вот куски, вот, которые я сейчас снимаю. Мы сейчас пойдем продувать, потому что на объекте на этом компрессора нет, здесь только демонтаж начался. Вот если вот такие куски, естественно, крыльчатка вот такими кусками забита, тогда, конечно же, мощность пылесоса очень сильно падает. Это касается всех пылесосов. Так вот, то есть я вот первый раз вообще залез, конечно, вот так глубоко, обычно фильтры те чистил, но сегодня просто я обнаружил полный трэш. Вот он у нас сейчас здесь в разобранном состоянии, и даже сейчас немножко там тряхануть, вот такие вот куски оттуда вываливаются. Говорю, скоксовавшаяся пыль и ваш пылесос со временем приходит в негодность. У нас на другой Makita, либо даже на этой, турбины уже менялись, и я уже догадываюсь, из-за чего турбины были поменены. Пылесос, по-моему, 4 года проработал или 3. Сейчас нагрузка на пылесосы сильно возросла, потому что у нас ими по очереди пользуются, у нас их 2 штуки. В общем, за своей техникой вот прям вот так вот, говорю, как сказать, следить. Я сегодня просто на кого-то там наезжал из наших, что не лезут внутрь, не копают, не ковыряют. В итоге сам сюда залез и нашел вот такую проблему. В итоге начали мы снимать видео про бетоношлифовалки, вот. В итоге починили пылесос. Сейчас Юрка поехал, его продул, прочистил все эти турбины, где там все это говнище было. Вот сейчас собираем, запустим по новой, я думаю, эффективность, наверное, в 2 раза вырастет, потому что крыльчатка была засрана почти там, наполовину. Пускная способность была снижена. Заделываем и продолжим. Ну все. Оторвать.